Хорошо, здравствуйте всем, кто здесь сейчас, всем, кто записи смотрит. Сегодня у нас по расписанию, по новому моему, такой, значит, медитация с видением, но сокращенно, в том смысле, что я буду лишь указывать, ну, как бы наш маршрут без подробных каких-то пояснений. Так, маршрут практики, куда мы направляем внимание. И так вкратце на что. Давайте начнем с позы, направим на нее внимание, почувствуем ее. И вот сразу обнаруживая позу, можем обнаруживать, что происходит. Потому что некоторые из вас начали ее менять. И вот это интересно, да, когда мы обнаруживаем позу, мы начинаем ее подстраивать. Да, так вот работает, собственно, внимание. Что-то в него входит. И мы начинаем реагировать на это. Вот мы можем понаблюдать сам процесс. Как мы устраиваемся сейчас в этой позе, как мы ее устраиваем, устраиваемся себя в ней. Устраиваем себя в ней. Нам нужны два фактора важные. Устойчивость внизу, такая плотность опоры, и позвоночник как внутренняя ось. Затем давайте переключим внимание на визуальный канал, посмотрим вокруг себя и обнаружим пространство. Когда мы его обнаруживаем, мы обнаруживаем, что вещи, какие-то объекты. Можно, опять же, понаблюдать, как внимание фокусируется на объектах. Оно встречается с ними. Как объект проявляется при встрече. Если мы задерживаемся на какое-то время на каждом объекте визуальном, дальше, ближе, можем замечать, как он проявляется, как бы так материализуется, уплотняется, становится, приобретает какие-то более четкие очертания. Потом, когда мы переводим взгляд на что-то другое, как это проявляется. Разные объекты, они разно удалены от нас. Какие-то ближе, какие-то дальше. Мы можем также опознавать себя в пространстве относительно них. Каждый раз, глядя на что-то, можем чувствовать себя в этот момент. Это там, и я здесь. Если перевести взгляд на что-то другое, это там, а я здесь. Можем так посмотреть на самый дальний объект, самый ближний объект, сравнивая ощущения вверху, внизу, справа, слева. Хорошо. Затем давайте посмотрим перед собой. Отпустим взгляд. Это если мы не фокусируемся ни на чем. Просто смотрим открыто, мягко, расслабленно. Как это меняется и меняет наше восприятие, меняет как наше переживание себя. Если внимание фокусируется, само взгляд сам фокусируется, мы можем это наблюдать тоже и мягко отпускать. Затем позволим глазам закрыться на какое-то время и почувствуем разницу. Что меняется, когда визуальный канал исчез из восприятия? Что в него восприятие приходит?
Можем понаблюдать, как опыт в виде каких-то феноменов приходит. Вот ощущение тела, мысли, может быть, звуки, может быть, запах, может быть, еще что-то. Как оно появляется в сознании и заменяется чем-то другим. Потом другим, потом другим. Давайте сейчас обратим внимание на то, что мы называем общим состоянием. Вот как мы сейчас, как вы сейчас себя чувствуете в целом? Какое общее состояние у вас? Как бы вы его охарактеризовали? Вот как погода внутри, какая она? Давайте вздохнем несколько раз, так поглубже вдох, долгий-долгий выдох. Да, мы его отпускаем, но позволяем ему вытекать так очень медленно. И вот, когда мы так вздыхаем, как вздох облегчения такой. Как это переживается? И влияет ли это как-то на вас в целом, опять же. Такая простая вещь, как вздох. Вот такой глубокий вздох. Делает ли он что-то с вами? Хорошо, и затем отпустим дыхание, пусть оно дышит само. Если мы его отпускаем, то как оно хочет дышаться? Хорошо, затем мы опустим внимание в точке опоры, в таз, почувствуем ягодицы. Если вот это соприкосновение с опорой не очень хорошо чувствуется, то можем сжать ягодицы, втянуть промежность, на какое-то время подольше так подержать, прям сильно сжатые все мышцы, втянутые в себя, мышцы таза. И потом отпустить. И вот здесь почувствовать этот шлейф ощущений, когда тело как будто усаживается, усаживается, плотность контакта увеличивается. Влияет ли вот это ощущение уплотнения контакта на общее состояние? Затем поднимемся вверх по позвоночнику, чувствуя, как это меняет ощущение в позвоночнике, в теле, и влияет ли это как-то на общее переживание себя. Что происходит с дыханием, с грудной клеткой. И поднимемся в макушку головы, немножко потянемся за ней очень нежно. При этом подбородок можем утапливать в горло чуть-чуть. Все тело стекает вниз, как пиджак на вешалке или платье. Вырастание за макушкой, как оно влияет на вас? Затем объединим верх и низ, два вектора
этот вырастание, устремленность вверх и тяжесть в области таза, чувство опоры, это стекание веса кость, тазовой кости. Растянем внимание и обнимем как будто оба эти фактора. Между ними позвоночник. Если нужно, можем покачаться чуть-чуть вперед-назад, чтобы поймать вертикальное положение. Где оно? И останемся так. Собирая все эти три аспекта воедино. Дать телу возможность это собрать. При этом можем наблюдать, как они балансируют друг друга, понаблюдать за этим процессом. Все три элемента. И опять можем проверить свое состояние, как сама эта поза, когда в ней собраны устойчивость внизу, такая плотность контакта, вытянутость вверх, вырастание вверх, и позвоночник как внутреннюю ось. Все три элемента собраны вместе, сбалансированы. Как это влияет на нас? Что эта поза собой воплощает? Теперь давайте ненадолго положим одну руку на живот, другую на грудь. Почувствуем это прикосновение. И зададим себе вопрос, а зачем мы вот сейчас здесь собрались? Зачем мы медитируем? Если каждый задаст этот вопрос себе, зачем я медитирую? Что я делаю сейчас? Зачем это? Зачем выделил или выделила время? Что я хочу? Послушаем ответ. Можем посвятить прямо эту практику чему-то вот важному для нас, раз уж мы собрались здесь и выделили это время. Хорошо, затем положить руки снова. Опять вернуться к позе. К этим трем элементам позы. И поддерживая их как основу этой структуры нашего сидения, сейчас пройдем по зонам тела, чувствуя, что в них меняется. Глаза и мышцы вокруг глаз и пространство за глазами как будто. Нижняя челюсть, мы ее повесим, позволим зубам разжаться. Почувствуем ее вес. Язык во рту. Если челюсть вместе с языком, вот как такое единое целое, нечто тяжелое, часть тела такая. Лицо, мышцы, кожа. Затылок, шея, плечи. Чуть побудем в плечах, чувствуя дыхание здесь. Не поднимается, опускается.
руки от плечевых суставов вниз к пальцам. Можем почувствовать просто, как руки лежат спокойно. У них тоже есть вес. Какие-то еще ощущения. Температура, теплая или прохладная. Затем спина, дыхание в спине. Еще раз лицо, челюсть, язык и горло. Можем протечь по горлу за дыханием грудную клетку. Почувствуем, как она поднимается, опускается. И солнечное сплетение, живот. Если живот втянут, можем сейчас какое-то время отпустить его, стенку живота. Почувствовать весь объем живота. Обратим внимание на весь объем живота, куда-то в глубину туда. Направим внимание. И пах, промежность, ягодицы. Еще раз тут ощущение веса. Можем почувствовать, представить таз, как такую чашу, в которую сливается вес всего тела сверху. То есть стекает туда. И протекает сквозь стенки, сквозь тазовые кости. Втекая вот поверхность, на которой мы сидим. Вес отдается этой поверхности. Она его принимает в себя. Ноги от тазобедренных суставов к стопам. И затем все тело как целое. Можем снова вернуться к этой нашей базовой структуре. Устойчивость внизу. Позвоночник, вырастающий из таза. Такой стебель. Какое-то растение. Дерево или цветка. И голова. Макушка. Растущий вверх. И все мышцы стекают вниз. Можем почувствовать само это сидение сейчас, как гора сидит. Устойчиво, стабильно. Опять мы можем проверить внутреннее состояние, вот эту погоду внутреннюю. Вот за это время, около 20 минут прошедших, как она изменилась. Как прямо сейчас сама поза влияет на это состояние.
Хорошо, и вот в этом, в этой не, ну, такой относительно неподвижной форме мы можем обнаруживать много внутреннего движения, поэтому она относительно ощущение меняется непрерывно. Тело как-то все время находит это свое прямо сидение. Один из таких явных потоков внутренних — это дыхание. Можем обратить на него внимание сейчас. Два аспекта я предлагаю, на что обратить внимание. Первый — как вам удобно быть со своим дыханием или быть в нем, скорее, как в пространстве. В каком пространстве? Это маленький какой-то участок, грудная клетка, спина, ноздри, живот или весь поток дыхания как единое пространство. Да, сейчас пройдемся по этим разным участкам, чувствуя, где именно удобнее быть, чтобы хорошо это чувствовать, чтобы как будто там погружаться туда, дыхание. Оставаться там. Второй аспект — это любопытство, очень интерес такой к тому, как именно дыхание меняется и какие оттенки мы чувствуем, оттенки опыта, как переживается вдох, вот это наполнение вдохом, как переживается выдох, отпускание, расслабление. Как переживается пауза, если она возникает? Если мы будем как будто смаковать свое дыхание, чувствуя каждый его этот период, вдох, выдох, паузу. Погружаясь все глубже в дыхание и чувствую его, чувствую, чувствую. Можем взять за такой промежуток времени, такой, который мы можем обнять своим вниманием, всего лишь один дыхательный цикл. Прожить этот один дыхательный цикл. Каждый раз, когда наступает новый дыхательный цикл, это как новая маленькая жизнь, может быть. Если внимание отвлекается на что-то, на мысли какие-то, это нормально. Но в тот момент, когда мы обнаруживаем, что отвлеклись. В это мгновение, без промедления, можем
снова как будто вот туда падать, в это дыхание. Просто отпускать себя в него. И быть в нем. Опять мы можем сейчас проверить свое внутреннее состояние. Вот мы минутку всего лишь побыли со своим дыханием так как-то очень глубоко, плотно, мягко погрузились в него. Повлияло ли это как-то на вас, на ваше общее состояние? Хорошо, теперь следующим нашим таким пунктом нашей программы будет расширение сознания, расширение внимания, поля внимания через добавление каналов восприятия или таких зон внимания скорее. Дыхание по-прежнему может оставаться ядром, таким ядром нашего опыта. Течет, можем частью внимания оставаться с ним, с этим течением. Это можем расширить сейчас внимание и снова почувствовать тело как целое, позу, как мы сидим, наполнить ее вниманием, чувствуя дыхание внутри. Затем следующий шаг к расширению, если мы начнем слушать звуки, при этом продолжая чувствовать тело и дыхание, слушать звуки. Затем в этом слушании сместим как бы акцент со звуков на пространство, где они звучат. При этом тело здесь, дыхание здесь. И продолжим эту игру со слушанием. Начнем уводить слушание в эту бесконечность. Во все стороны одновременно. За горизонт, за небо куда-то в бесконечность. Чувствую, влияет ли как-то на нас это воображаемое действие. Слушание, такое открытое, бесконечное слушание. При этом тело сидит здесь, мы чувствуем его, можем чувствовать. Дыхание дышит. Затем можем еще позволить глазам приоткрыться, не сильно, так чуть-чуть, как будто бы впуская через визуальный канал еще. Открывая этот мир в себе, в своем восприятии. Если взгляд фокусируется на чем-то, можем опять отпускать это
Ну, у нас три основных сейчас канала открыты, как такие вот, которые мы замечаем. Мы слушаем, но слушаем так очень открыто, бесконечно. Смотрим, тоже не фокусируясь особо ни на чем. Чувствуем тело как целое, дыхание, течение его. Возможно, внимание будет как-то перемещаться из одного в другое, но за счет того, что они все у нас есть, мы это осознаем, то это может создавать такое переживание большего объема, больше пространственности какой-то. В этой пространстве осознавания могут появляться и мысли, также уходить, какие-то чувства, переживания, все что угодно. И вот если сейчас мы такой сделаем еще шаг в отпускание всякого усилия и старания, тогда мы перестанем, если мы перестанем на какое-то время стараться что-либо делать, удерживать внимание на каких-то каналах или что-то такое. Просто отпустим всякую работу. Минутку побудем. Как-то отдохнем. То, что все и так уже происходит. Слух слышит, зрение смотрит. Тело сидит, и ощущения появляются, исчезают. Дыхание дышит. Внимание как-то перемещается. Мысли возникают, исчезают. Осознание осознает. И вот можем просто побыть в этом. Минутку. Хорошо, затем опять давайте позволим глазам закрыться. Опять заметим, что меняется, когда глаза закрываются. Какое сейчас общее состояние? Какая вот эта погода внутренняя там? Давайте представим вот образ. Сначала просто вспомним про сознание. Что если мы представим, что сознание – это пространство. Все, что осознается, это просто содержание этого пространства. Мысли, чувства, звуки.
это содержание сознания. Теперь добавим образ света туда. Вот если все сознание заливается светом, при этом каждый объект тоже становится световым, как будто сотканным из света. Мысль соткана из света, чувство, физическое ощущение, если там больно где-то, если неприятно. Все это может быть соткано из света, если мы просто представим себе это. Какие-то звуки, которые мы слышим тоже. Хорошо, а теперь давайте положим две руки, одну на грудь, другую на живот. Как так поищем такие прикосновения, где они чувствуются как-то хорошо и руки лежат хорошо. Почувствуем дыхание. И вот этот вот контакт двумя руками, как он переживается. А теперь одну руку оставим, а вторую положим потом на колено, может быть. В общем, так, чтобы она была открыта ладонью к миру. И сравним ощущения. Вот теперь одна рука на себе где-то лежит, вторая открыта к миру. И мы этим жестом как будто тоже что-то декларируем. Такое объявляем для самих себя. Я с собой, я здесь, я касаюсь себя, и я с миром одновременно. Как это переживается? Если продолжим игру с образом света, и теперь представим, что он внутри, его источник внутри, в сердце, может быть, еще где-то, и выходит наружу, освещая все пространство вокруг вас, комнату или открытое пространство, если вы на улице. Все пространство. И выходит за пределы, даже сквозь стены, он может проходить там, что это же воображаемый свет, волшебный. И он может проходить дальше, 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 соседние дома, улицы освещая всех людей, всех других существ, каких-то птиц, там, собак, кошек. Освещать все больше и больше пространств, города, где вы есть, и дальше, уходя куда-то там, не знаю, в леса, поля, горы, моря, где вы находитесь. Освещая все пространство Земли, так как свет распространяется со скоростью света, то он может осветить всю Землю и уходить дальше в бесконечность. Вот когда мы можем представлять себе таким образом, что мы здесь, этот свет, его источник где-то здесь, вот прямо здесь, и в то же время, так как свет светит бесконечность, то мы как будто и везде. Опять можем свериться с внутренним состоянием, делает ли что-то с нами такой образ. Затем мы этот свет можем направить как-то очень сфокусированно. Сначала можем направить его на наших близких людей, те, кто нам дорог, они могут быть близко реально, физически с нами, где-то в соседней комнате или где-то еще. Могут быть очень далеко, но при этом они близки нам внутренне. А свет, в общем-то, все равно может освещать поблизости и вдалеке. Можем также направить этот свет на каких-то людей, которые для нас нейтральны.
но которые тоже хотят тепла, света в своей жизни, добра какого-то. Можем осветить их, кто вспомнится, какие-то, может, сослуживцы, не знаю, продавцы в магазине, еще кто-то. Неожиданно, может, кто-то вспомнится. И можем чувствовать, а как это переживается. Вот как было, когда вы освещали своих близких, и как, когда таких нейтральных людей. И затем давайте посвятим для тех, кого мы не любим, кто, может быть, кого мы чувствуем своими врагами, считаем их таковыми. Это может быть сложнее всего, если мы попробуем это делать как эксперимент. Может быть, тех, кто раздражает вас, на кого злитесь. Кого боитесь. Какие-то чувства, которые мы называем так общим словом негативные. То есть, если этих людей мы тоже как-то согреем светом, осветим их. Изменится ли что-то в вашем переживании? Как это влияет на вас? Хорошо, можем вздохнуть. И теперь давайте посвятим этим светом туда, где сейчас какая-то концентрация страдания большая, там, где идут военные действия, там, где люди сидят в бомбоубежищах или в своих коридорах, защищаясь двумя стенами, там, где люди воюют, если мы осветим сердца этих людей, согреем, может быть, их немножко смягчим этим светом, как это повлияет на нас самих? Хорошо, а теперь давайте добавим еще слова. И каждый скажите какие-то свои собственные слова, как такое послание себе и миру. Я скажу о своем. Здесь мы как будто бы касаемся своих ценностей, то, что важно для нас. И проявляем их через эти слова, через намерение воплощать это. Я хочу, чтобы мое сердце наполнялось добротой, уравновешенностью, миром, свободой, чувством свободы, переживанием свободы, переживанием силы, устойчивости. Хочу, чтобы сердца других людей наполнялись добротой, переживанием силы, устойчивости, миром, уравновешенностью, переживанием свободы. Хочу, чтобы и я, и люди могли быть добрее. Чтобы мы могли позволять этой доброте проявляться. Я хочу, чтобы я находил возможность проявлять больше света, действительно, света в эту жизнь. Также хочу, чтобы другие люди находили эту возможность проявлять больше света в своей жизни, вокруг себя, освещать эту жизнь. Хочу не переставать удивляться жизни и сознанию.
жить, осознавать, чувствовать свое бытие и удивляться этому. Хочу так, чтобы люди не переставали это делать, удивляться бытию, жизни и сознанию этого. Хочу быть здоровым. Хочу также, чтобы другие существа, другие люди были здоровыми. Хочу, чтобы мне было интересно. И хочу, чтобы другим людям было интересно жить. Если у вас есть что-то еще, что вы хотите сказать, что приходит прямо сейчас, может быть, такое даже неожиданное, какие-то формулировки, говорите это, поговорите немножко, скажите. Хорошо, и затем положите опять вторую руку на себя, почувствовать еще раз себя двумя руками. И последний этот элемент нашей практики, если мы вспомним о сегодняшнем дне, вот, или большинство он начинается, все, у кого он заканчивается, можете подумать о завтрашнем. Представим этот день как пространство, которое нам предстоит пройти и в каком-то смысле наполнить собой. Может быть, мы и есть это пространство. Если я и есть день, то каким я хотел бы быть? Такой вопрос можем задать себе. Каким или какой? Пусть два вопроса ведут нас через день, в этом времени, дня. Первый вопрос. Как я сейчас? Такая маленькая остановка. Что я переживаю, что я чувствую? Где я? Второй вопрос. Куда я? Каков мой путь? Что я воплощаю? Что я делаю? Хорошо, давайте себя погладим. Где-то потрем, помнем. Потянемся, подвигаемся. Откроем глаза, если они еще закрыты. Посмотрим в пространство вокруг себя, увидим, как оно видится сейчас. И как вы сейчас. Еще раз как-то проверим свою эту внутреннюю погоду. Хорошо, ну что, поговорим. Галин, скажите. Доброе утро. Доброе утро всем. Да, Валера, группа. Играла я сегодня в вашу игру «Идеальная неидеальная». Действительно, у меня не идеальная, это уже не три, все не идеально. Вот, и я нашла утром, что идеальное. Идеальное – это вот это постоянное движение. И по мере того, как сижу неподвижно, замирает все тело, лежу там неподвижно, а движение это продолжается внутри тела и вокруг, и звуки движутся. Какие-то картинки движутся, и мысли движутся. И вот в этом постоянном движении, ну, как-то я нахожу опору вот бытия. Вот так вот. Так что про идеальное и неидеальное. Интересная игра. Вот. И продолжалась во время практики. Да. Благодарю вас. Спасибо. Так, тут здороваться, доброе утро. Ирина пишет, благодарю за практику, откликнулся вопрос, если я и есть этот день. Да, что тогда? Окей, это еще как сегодня твоим. Сереж. Так, меня слышно? Да, чуть погромче говори. Сейчас я пока подниму микрофон.
Доброе утро, Валера. Доброе утро всем. Рад всех видеть. Выходной. Вот. У нас ходят страшные слухи про послезавтрашний так называемый праздник. Вот. Ну, в общем, я по поводу практики могу сказать, что у меня сегодня не получился свет вообще. Но у меня неожиданно очень получилось, очень интенсивно. Так что вот сейчас у меня в груди как будто там ёршиком поработали. Посылать волны ненависти. Вот. И очень неожиданно это была такая волна, которая меня захлестнула абсолютно. Вот. Я сейчас испытываю некоторое облегчение даже от этого. И, ну, вот, собственно, вот. Я не знаю, как бы, я никого не побил, никого не убил. Я это делал более-менее закрытыми глазами и шепотом. Вот. Мне стало легче немножко. Но, как бы, общее настроение очень тяжелое. Вот. Это такое... В неком смысле погружение в отчаяние. То есть вот очень страшно позволить этому, ну как это, хочется вот так вот, стой. Вот, но я понимаю, что единственное, что я могу сделать, это поддаться этому и дать этому пройти как большой волне. Ну, вот. Как ты это делаешь? Что ты делаешь? Ну, я, как бы, если можно так сказать, говорю себе, что вот эта волна, она сейчас пришла, потом она пройдет. Я очень хорошо помню опыт свой детский, когда я первый раз выехал на море, мне было 5 лет, причем это был такой детский сад, выездной лагерь, да. Я там был один, без родителей. Вот. Это Черное море было. Мы там были 1,5 месяца, и короче говоря, ну, мы ходили купаться. Вот. И как бы как мы купались? То есть там были большие ребята из старших отрядов. Вот. И мы, значит, заходили в этот прибой. Ну, обычный такой прибой. Ну, там как бы в районе Анапы там достаточно быстро становится глубоко. Ну, а для 5-летнего ребенка, который метр с кепкой, очень глубоко. Вот. И, значит, мы заходили в этот прибой, но эти волны накатывали, не бог весть какие, но для меня они были выше головы. Да? Я помню свой жуткий совершенно страх. Причем эти большие ребята, которым больше 10 лет, они явно получают кайф от всего от этого, и держат, значит, меня за руки со всех сторон, а я не могу, это как этот самый, как герой Вицина вот в «Кавказской пленнице», ни туда, ни сюда. Вот. Страшно, жутко. Вот. И вот это я то, что я запомнил лучше, больше всего из, собственно, я ездил туда 2 года, 5 и 6 лет. И это одно из самых ярких воспоминаний. У меня эти оба раза слились в один, как бы сейчас. Я не могу разлепить, что было когда. Но вот одно вот из самых таких запоминающихся воспоминаний, что вот это вот запомнившихся мне моментов, вот эти вот волны, которые приходят, и которые меня точно утопят. А потом уже во взрослом возрасте, отдыхая, опять же, на море, вот. Я столкнулся один раз с очень действительно сильным волнением, когда приходили на пляж волны порядка 2 метров. Вот. Причем это было совершенно нетипично. Это был штиль. Это как бы что-то было вроде мертвой зыби. То есть где-то был шторм. Вот. И было несколько дней очень сильного волнения. Такого, что вышли серфингисты. Вот, но мы все равно купались, и я боролся, сначала боролся с этим страхом, потому что ты выплываешь там дальше где-то 100 метров от берега, они уже начинают барашки, потому что очень большая волна, глубина не очень большая, и начинаются барашки уже, они тебя бьют по башке, вот, так что башка гудит. И я в какой-то момент понял, что, то есть, либо как бы, ну, я не смогу плавать и купаться, либо я должен подныривать под гребень. А это значит, ты оказываешься там где-то на 0,5 секунды в том странном состоянии, что ты под водой полностью, тебя так раскачивает туда-сюда, а потом все,
Волна ушла, ты выплыл, небо опять видно, ты можешь дышать. Вот, и у меня вот сейчас такой есть образ, который мне очень помогает, потому что я понимаю, что бывают вот эти состояния, когда тебя затапливает. Вот, и, ну, как бы на... Я прихожу сейчас к такому выводу, что необходимо позволить затопить себя, понимая, что это пройдет. Ну, как ночь проходит, да? Вот. Ну, вот... Как-то вот так вот. Но вот что неожиданно, я сказал в самом начале, что вместо света лучи темноты. Это как... я тут... Что вот самое такое из понятного мне приходит, это когда герой криминального чтива Джулс убивал как бы врагов своего босса, он цитировал им Библию. Вот. И вот у меня пришло вот примерно такое состояние. То есть я есть отмщение божественное. Я понимаю, что это звучит смешно, я тут сижу вот, относительно безопасности. И как бы, ну, это как бы мне самому где-то есть часть меня, которая смеется надо мной и издевается. Но вот, тем не менее, я сейчас понимаю, что я ничего не могу с собой поделать. Ну, все, я все сказал. Спасибо большое. Спасибо, Сережа. Ну, здесь просто я тут маленький комментарий по поводу вот этой метафоры с волнами. Мне кажется, здесь важно, ну, как может помочь поддержать нас такое развлечение вот этих волн, ну, внешних таких реальных, ну, что происходит в реальности, да? А, ну, вот ты говоришь, вот этот праздник грядет, там действительно, может быть, будет, может, не будет вот это объявление об этой мобилизации в России, то есть, ну, какие-то вот эти предчувствия чего-то, да, что что-то должно или может там произойти, да. И хотя этого, опять же, еще ничего не произошло в реальности, да, вот это некое там только слухи на внешнем уровне и внутренний отклик на это предчувствие. И вот здесь, ну, мы уже об этом говорили, в принципе, что, если говорить именно о нашей практике, да, как таком инструменте взаимодействия с реальностью, что вот важно отличать вот то, что реально происходит, и вот эти внешние волны, ну, условно, волны внешнего мира и волны внутреннего мира, да, вот, то есть, собственно, твои чувства. И здесь вот как раз что нам может помогать, ну, эта метафора как раз с водой, она здесь такая, как сказать, она подходит, мне кажется, очень хорошо, в принципе, вот и с волнами, и с потоком реки. Вот если помните, я приводил эту метафору, что когда у нас там внутри возникает какое-то завихрение, там вот как в реке возникает, скажем, водоворот, и он нас утаскивает туда, этот таки водоворот чего? Мысли, чувств. Можем назвать это волной мыслей и чувств. Но больше похоже все-таки, наверное, на водоворот, потому что оно, действительно часто мы в переживании, это мы так вот переживаем, что оно нас захватывает и туда куда-то забирает вот нечто и какое-то время не выпускает, там крутит, крутит, крутит. Вот. И здесь просто получается, что если мы в точности следуем за метафорой вот такой, ну, вот то, что ты рассказал, да, вот волна приходит, и я маленький человек и стою как бы напротив этого огромного моря с его этими большими огромными волнами. Я отделен, волны отдельны. Это вот как раз волны внешнего мира. И те, такие волны могут меня маленького раздавить, унести там куда-то. Но если мы говорим исключительно о внутренних переживаниях и так вот обращаем туда внимание, то мы можем распознавать, что там нет этой отдельности, что я тот, который переживаю себя, и вот эти волны чувств, волны переживаний, волны мыслей, они сделаны из одного и того же. Ну, то есть вот если мы говорим, что все это находится в сознании, сознание сделано как река, как море сделано из чего? Из воды. Сознание сделано из сознания. В этом сознании все мысли, все чувства сделаны из чего? Из того же материала, из сознания. И из чего сделан я, который переживаю себя вот как в этом водовороте, из того же сознания. Вот это
Понимаешь, вот когда я это описываю, какими-то словами описываю, но в принципе можем это распознавать в переживании. Да? Или даже вот, в общем-то, напоминать все. Это может быть такой ключевой фразой, из чего это все? Из сознания. Она может что-то менять, да, от какой-то вот, ну, что-то менять в переживании. Вот все, что я переживаю, это и есть я. Там нет никаких отдельностей. Мои чувства и я, который их переживаю там внутри. Вот, это, ну, понятно, что у нас нет каких-то универсальных методов, вот, которые могут нам облегчать там состояние, но вот туда всматривание в это, оно может порождать эти методы именно вот актуальные сейчас, адекватные сейчас. Вот у тебя неожиданно родился этот способ не свет направить, а тьму направить куда-то. Да? И, возможно, он тоже как-то, ну, вот для тебя он сейчас вот сработал. Да? Может быть, не универсальный, но вот сейчас это так. Вот, но просто если мы уже научаемся немножко справляться с этим своим внутренним состоянием, с внутренним переживанием, тогда, глядишь, нам может быть немного легче и с реальным вот этим внешними событиями уже как-то совладать из другого просто состояния, да, да, может быть, более уравновешенного, может быть, там, не знаю, более устойчивого, более смелого, может быть, какого-то. Вот, ну и тут, конечно, важна еще, мне кажется, поддержка людей тоже. Вот то, что как бы не оставаться в одиночестве в этом, да, потому что как бы можно там сколько угодно работать с собой, но это связано все-таки с еще, ну, мы же не отшельники, мы вот как-то вот друг с другом связаны здесь, поэтому вот какие-то пространства, где можно это разделить, эти переживания, эти чувства, они важны. И там со своими близкими какими-то. Так, сейчас тут, значит, у нас что-то написали. Настя написала: «Доброе утро всем, спасибо за практику». Ната, спасибо за голос. Это чей голос? Хорошо. Татьяна: «Очень благодарна, Валерий, за практику. Вы мне помогли. Внутри и снаружи светло». Ната: «Расскажите про игру «Идеальное и неидеальное», пожалуйста». Так, Галина ответила, что это существо времени номер 15, мой пост в Фейсбуке. Но я вчера, когда там, да, писал про это, ну, и, честно говоря, у меня идеального я там не нашел ничего в себе. Я сказал, что все не идеально, и я не идеален, и жизнь моя не идеальна, и вообще вся реальность не идеальна. Вот это вот Галина нашла идеальную. Я не нахожу ничего идеального. Поэтому моя игра не в идеальную, а исключительно в неидеальную. А что я написал? Вы написали там, что все меняется. А, вот это и есть идеально. Окей. Ладно. Хорошо. Настя, сегодня проспала, потому что в 3 часа ночи проснулась. Кошка ловила муху, прыгая по нам спящим. Словила. Я уснула только в 5 утра. Так долго и ловила. 2 часа. Рада хоть с частичной практики такому идеально-неидеальному бытию. Так, Елена: «Благодарю за практику. Спасибо, Валерий, и всем участникам». Хорошо. Так, я вижу, Николай, вы, вижу, держите руку. Скажите. Да, приветствую вас, Валерий. Друзья, я впервые с вами. Угу. То есть я вчера только вас нашел на Фейсбуке, и вот я здесь, да. Почему так получилось? Видимо, очень сильно хочется найти людей, которые, если не думают, как я, то хотя бы понимают и готовы быть рядом, слушать и сопереживать. Можно такую маленькую предысторию я расскажу, да, про себя и то, что я понял вот буквально не вчера, а сегодня. То есть я родом оттуда, живу я здесь, мама моя там. Я родом с Украины, да, живу в России, мама моя находится на оккупированной территории, я уже почти месяц, ну да, около месяца нету никакой связи. Ну, только косвенные связи через новости, и то российские, украинские, да. То есть прямой связи нет. Мои одноклассники
в группе и в жизни поругались, потому что два лагеря. И я просто себя поймал на том, что я ненавижу, что я даже вот испытываю это сильное чувство конкретным людям. Это ужасно. И что с этим делать? То есть невозможно работать, невозможно жить, тело болит, то есть все протестует. И вот думая об этом, я вдруг понял, что на самом деле война идет внутри меня. И пока она будет внутри меня продолжаться, вовне тоже ничего не изменится. То есть пока я не смогу обнять своего одноклассника, который думает иначе, чем я, пока я вот этот шаг не сделаю навстречу, во мне так и все будет болеть, рушиться, и я не буду ничем отличаться от той войны, которая идет снаружи. То есть вот этот момент преодолеть в себе и быть способным принять людей как часть себя, которые думают по-другому, которые даже, может быть, ну, хотят мне плохого, то есть все равно их принять, потому что это неотъемлемая часть вот того мира, в котором я живу. То есть пока я их не приму, в моей жизни ничего хорошего не произойдет. Ну, вот приблизительно так. И да, ощущение воды, про которую говорили. Вода, наверное, вот и для меня, безусловно, это какая-то эмоция, которая захлестывает. Волна – это такая мощная штука, которую покорить невозможно. То есть можно только просто принять ее, лечь на нее и быть с нею, с этой волной. То есть на данный момент нужно не сколько изменять, сколько принимать то, что происходит с нами. Вот такие у меня ощущения. А во время медитации, ну, пробило слезу, когда как раз думаешь о том, что нужно свет не только тем, кого ты любишь, знаешь, или как ты считаешь, что ты думаешь, как они, но свет нужно дать и тем, кого невозможно переделать, и не нужно их переделать. Пусть они думают, как они думают. Просто их надо принять. Тоже их нужно пустить к себе. Ну, вот как-то так. Может быть, пафосно звучит, но что делать? Угу. Спасибо, Николай. Ну, кстати, пафос, да, это сейчас такие трагические времена. Нам нужен определенный пафос, потому что, собственно, если вы говорите, там, вот, собственно, все эти слова и трагедии, и пафос пришли к нам из Греции. И вот, собственно, если трагедия – это нечто такое, ну, нечто значимое, противоречивое, то, что нам нужно прожить как-то, и очень сложно прожить. И, собственно, пафос здесь может помогать именно определенная возвышенность, определенное возвышение в себе, внутри себя. Я тут тоже еще откликнусь на ваши вот слова. Ну, я опять по поводу этого принятия, мы уже тут говорили вот раньше на наших встречах, но это вообще какая-то такая моя тема, как мы можем через эту нашу практику с этим взаимодействовать, потому что слово «принятие», оно, ну, можно по-разному его там интерпретировать и по-разному переживать в том числе. Я часто слышу в этом слове такой, ну, как бы эквивалент смирения, что ли, да, вот именно такого, ну, вот, что нечто огромное происходит, вот эти вот волны, да, они, как вот Сереж говорил, огромные волны, и мне тогда нужно этому как отдаться просто как чему-то большому, а я такой вот маленький в этом. Но вот когда мы принимаем, ну, как минимум, когда мы говорим о внутренних переживаниях, о внутренних состояниях, вот об этих людях, которые, вот как вы говорите, Николай, ну, вот те, которые, они близки нам по жизни, ну, то есть это могут быть родственники, это могут быть все самые одноклассники, какие-то друзья наши, вот с кем мы связаны в любом случае, но они, и они живут как бы и вовне, вот они, ну, как мы с ними вот общаемся, например, да, но они также во многом живут внутри нас, ну, вот наш какой-то образ их, нас, как мы переживаем их как в себе, в самих себе. И вот тут
Тогда важен, ну, для меня лично вопрос, как мне принять их, если я, ну, это совершенно какие-то другие ценности у этих людей. И вот, ну, я об этом уже вот говорил, что для меня важно тут такое вот английское слово embrace, которое мы переводим на русский как тоже как принятие часто, но там второй смысл как объятие. Вот embrace, слово embrace английское – это объятие. И оно вот для меня лично, это слово как метафора, оно меняет многое, как, собственно, я принимаю. Не из позиции «я маленький, а это большое», а наоборот из позиции «я большой, и я обнимаю это нечто». Я его как бы впускаю, вот я становлюсь больше. И вот здесь очень важны качества, с которыми мы обнимаем. Ну вот просто вот в телесном взаимодействии, как мы обнимаем. Когда мы обнимаем, мы действительно становимся больше этого, что мы обнимаем. Мы его как бы так окружаем собой фактически вот руками. Второе, мы в этот момент добрые. Вот это очень важно, да, вот и то, что сегодня вы сказали про этот свет, которым мы освещаем, в том числе врагов своих, но это про это же самое, это другой образ просто, но это тоже так, мы обнимаем этим светом их. Так как вот мы делаем это здесь во внутреннем пространстве, то, возможно, это, ну, с этого имеет смысл начинать, да, потому что если мы сделаем действительно что-то внутри, то возможно, во внешнем это тоже поменяет что-то. Мы сможем находить, не факт, конечно, но у нас может появиться шанс находить путь к разным очень людям. К тому, чтобы не, ну, находить эти точки соприкосновения какие-то. Если нам важно это, потому что, ну, не все люди нам важны, наверное, и как-то... С кем-то приходится расставаться, наверное, тоже. Но если человек остается мне важен по-прежнему, я хочу его сохранить в своей жизни, то тогда вот тут важен какой-то как раз вот это самое принятие. И может быть вот эта метафора объятия, в первую очередь, своего переживания, своего внутреннего вот этого образа этого человека, и потом уже с этим идти к нему. Но это все дело таких экспериментов, потому что тут все это нелегко. Я имею в виду, что это какое-то требует такой вот внутренней работы с собой, вот с этим, проб каких-то разных способов, как с этим соотнестись. Но по поводу вот злости и ненависти, знаете, я тоже вот, ну, как-то об этом я даже там написал вот в одном из своих там последних текстов. Я для себя лично различаю злость и ненависть. Если... Ну, это какое-то в моем опыте, я так все в своем различаю. Вот злость или такое гнев, скорее, да, вот можно назвать это словом гнев. И у меня это такое, ну, важное чувство, оно быстрое. Ну, то есть в смысле, что оно вспыхивает, оно возникает как такой, как сигнал для меня самого. Сигнал о том, что мои границы нарушены. Ну, вот границы моей жизни. И, например, ну, в начале войны особенно я испытывал большой гнев, очень сильно, потому что это не просто жизнь моих друзей разрушилась, хотя, опять же, так как я связан со своими друзьями, это часть меня, мои друзья, то, значит, уже здесь моя жизнь рушится, в этой части. Но там, скажем, вот мой этот проект «Будда в городе», я там писал об этом тоже, что там вот в нем люди живут, украинцы и россияне, они жили в нем вот все это время, сколько он существует. И теперь как нам вместе? То есть это был удар по этим связям, удар по моему проекту, по моей жизни, потому что это не просто какой-то отдельный для меня проект работы, это и есть моя жизнь, я есть в каком-то смысле вот этот вот Будда в городе, я есть то, что я делаю. И у меня был большой вот этот гнев, большой гнев возник, что и этот гнев, он это просто такой сигнал для меня. Он мне говорит, так, делай что-нибудь сейчас с этим. Он мне просто показывает, что мне нужно что-то сделать. Это именно симптом, как скажем, боль, которая у меня возникает, там зуб заболел, это симптом к тому, чтобы идти к зубному врачу. То есть мне нужно что-то сделать. И вот этот гнев для меня – это такой вот именно сигнал. Так, делай что-то.
И тогда уже вот просто получается, что если я ничего не делаю, то этот гнев может перерасти в ненависть как раз. Тогда я просто буду ненавидеть вот тех, кто это со мной сделал, но я в этом смысле, я как просто остаюсь жертвой этого. Вот они со мной это делают, а я погружаюсь все больше и больше в эту ненависть, я там их ненавижу. Ну вот я так это переживаю, так расцениваю, да? И тогда, чтобы мне не отравиться этой ненавистью, чтобы не туда упасть в нее, не погрязнуть в ней, чтобы она меня не травила, чтобы я не жил в этом болоте ненависти, тогда мне нужно что-то вот как раз делать, что-то делать, как-то создавать свою жизнь. Ну, вот я не люблю эти слова позитивное и негативное, но в этом смысле, в этом контексте они, мне кажется, подходят, что если вот само это чувство гнева, оно такое негативное, в том смысле, что оно вызывает во мне какое-то вот, ну, отвращение, отторжение того, что со мной сейчас делают, вот что это, вот они, некие они со мной что-то разрушают мою жизнь, мою привычную там жизнь. Окей, они это делают. Я говорю им нет. Я говорю им нет. Но дальше способ, как я им говорю нет, вот это то, что я начинаю создавать. То, что я позитивно начинаю создавать из своей жизни, из того материала, который у меня остался. Вот у меня руины остались, да, вот моя жизнь разрушена. Ну, вот там, скажем, Будда в городе мой, я вот говорю о себе, о своем пример у меня. Вот Будда в городе. Вот я что-то делал, вот у меня были свои программы, вот мы там все сидели вместе. И вот бабах, взорвалось все. Кирпичи посыпались, руины какие-то остались. Что я могу делать? Я начинаю собирать из этих кирпичей что-то новое. Вот. И тогда из этого, то есть получается, что мой гнев, этот способ сказать нет этому, да, я говорю, что нет. Я вам не позволю со мной это делать. В смысле, я не позволю вам, не позволю вам заставить меня сидеть вот в этом, в том числе в своей ненависти. Не позволю я вам это делать. И тогда мне важно сказать чему-то да, создавая что-то. Ну вот мой способ, например, вот эти наши вот эти встречи сейчас. Потому что действительно здесь украинцы, здесь русские, здесь вот вы украинец в России. Вся мы со всей этой сложностью своей, мы сидим здесь, каждое утро встречаемся. Кто-то приходит, новые люди, вот вы пришли, Николай. Кто-то уходит отсюда, кто-то не может здесь быть, кто-то приходит, смотрит, о, нет, я не могу. Вот уходит, кто-то остается, их это поддерживает. И вот эта форма сейчас, это то, как там, скажем, вот этот вот мой Будда в городе, какую форму он сейчас приобретает. Вот из этих развалившихся кирпичей вот оно что-то выстраивается новое. И вот, ну, я не знаю, это мой способ, это мой пример. Я не знаю, сколько там у вас это как-то откликается, я имею в виду у вас у всех вот сейчас, кто здесь присутствует. Но мне кажется, вот здесь важно, что... Ну, чувства, которые у нас есть, важно, что их тоже не отрицать и не подавлять, но скорее вот использовать, да, что если гнев, если такое вот краткосрочное чувство, если он краткосрочное, то это как сигнал, как вестник того, что что-то пошло не так. Ну и понятно, что не пошло не так у нас. Но вот дальше просто вопрос... лично ко мне. Вот я чувствую это, и что я с этим делаю? То есть если я чувствую боль, зубную боль, я знаю, что мне нужно делать. Я иду к врачу. Если я чувствую какую-то другую боль, я иду к другому врачу. Или там, не знаю, или я как-то забочусь о себе там по-разному как-то. Там вот у меня, скажем, болела спина недавно. Ну вот мне нужно определенный образ жизни на какое-то время себе устроить, там в покое себя держать, чтобы спина прошла. И вот здесь тогда тоже, если мы чувствуем вот этот вот разрушение старого, то тогда вопрос, какую жизнь я могу сейчас строить из того, что у меня осталось, из того, что у меня есть, каких возможностей у меня есть. Вот. И что меня может тут поддерживать там, не знаю. Если я понятия не имею, что у меня вот есть и осталось, нужно, вот может быть тогда важно раскапывать, да, как мне кажется, вот туда смотреть, а что я могу создавать сейчас. И вот тут уже у каждого какие-то свои ответы. Может быть, действительно, кому-то сейчас важно
сохранять какие-то отношения с кем-то. Кому-то важно что-то создавать. Это я просто тоже рассказывал. Там моя подруга в России тоже, она перед войной начала строить там зал для занятий, вот где я проводил свои ретриты у нее там в доме. И вот тут все, война. Она сказала, что она будет строить, продолжать строить из того, что есть. Это все, скорее всего, поменяется. Но это ее ответ на войну. Как раз это ее и нет, и да жизни. Вот нет, нет войне, и да жизни. Получится у нее это или не получится, никто не знает. Но она будет это делать просто, чтобы себя уважать, так сказать, чтобы вот себя не потерять в этом. Окей. Так, сейчас я еще прочитаю тут. Так, Елена написала. Благодарю за практику. Спасибо Валерию и всем участникам. Анна. Сергей, обнимаю, если можно. Обнимаю, если можно. И танцую танец волн в продолжении практики. Кстати, движение, да, движение физическое и какое угодно, оно тоже может нам помогать. Сергей. Так, Анна, спасибо. Валера, спасибо. Анастасия. Николай, здравствуйте. Пусть война внутри закончится. Сергей. Николай, спасибо, что делитесь. Галина. Николай, рада, что с нами в этой группе. Мы с вами и мы, и вы с нами. Ната, спасибо за практику. Я сегодня как будто впервые услышала и смогла сама спросить себя, как это на меня влияет. Что-то, что я делаю или не делаю в процессе практики. Как будто раньше я сама этими действиями хотела или старалась на что-то повлиять. И от того, удавалось или не удавалось повлиять, зависело состояние. А сегодня, наверное, от усталости удалось не вовлекаться в это влияние, а наблюдать его в себе. Спасибо. Наталья написала. Никола, витаю. Сочувствую ситуации с мамой. Пусть с мамой все будет хорошо. Татьяна, очень откликаются слова про гнев, про ненависть. Мое восхищение вашей позиции, добротой, щедростью. Спасибо всем, кто пишет, кто откликается. Еще кто-то хочет сказать что-нибудь? Володя, Владимир. Ну, приветствую всех. Про практику мне во время элементов созерцания не удалось, а пришел очень глубокий покой, такой радостный, сладостный, что ли, покой. Хотя путь к этому покою он был довольно сложен. Потому что, у меня сейчас, так же, как и у вас, Сергей, много было чувств, и страхов, и тревоги, и вины, и прочее, да, вот, несмотря на годы. Но на практику они также переполняют меня, как и раньше, да. Я и не пытаюсь с ними что-то сделать, но они приходят, и они уходят, да. А если ты переживаешь их на фоне присутствия и покоя, то они уходит быстрее. Значит, и то, что касается вот Украины, на Украине довольно много друзей. Более того, они находятся, Галина, иногда рядом с вами. Там у меня преподаватель йоги тибетской, он долгое время был в Киеве, правда, он оттуда вынужден был вернуться в Россию. Да, также мои люди, с которыми я работал, находятся в Чернигове, в Харькове и так далее. Поэтому я знаю то, что происходит не из телеграм-каналов, не от Арестовича и не от Соловьева. Вот. И происходит много разного со всех сторон. И я вижу много всего. Да? И у меня картинка не такая черно-белая. Вот. Но я стараюсь, иногда это получается, иногда придерживаться такой равностности, да, и проживать вместе со всеми то, что происходит. И мне кажется, что мы вместе это делаем, и мы пройдем. Спасибо. Спасибо, Владимир. Да.
Ну вот то, что сказали по поводу чувств, которые приходят там, и несмотря на годы практики, они все равно приходят, мне кажется, это очень важное замечание, что вот, ну, как минимум, вот наша практика осознанности, то, что мы здесь делаем в целом, так вот, если широко это описать, она именно об этом, что не о том, что какие-то там переживания, какие-то чувства когда-нибудь перестанут к нам приходить. Это скорее про то, что мы учимся по-другому с ними взаимодействовать. Это как раз что вы видите их как волны, как приходящие и уходящие, и переживать себя скорее как такое пространство, как вместимость всего этого, что вот когда оно действительно через нас может протекать, и просто смещается наша какая-то идентичность от вот этих, от сцепленности с этими переживаниями, захваченностями их, переживаниями, к такой именно пространственности, вот к тому самому объему, тому, что обнимает. Вот это невыразимое, мы можем назвать это сознанием, то, что проживает эту жизнь, широкое, невыразимое и вместимое. А, вот, и тогда получается, что каждое переживание, оно, ну, мы можем с ним просто входить в какие-то другие отношения и в чем-то мы можем действительно их использовать как, в том числе, направляющие нашу жизнь, вот, потому что мы в любом случае живем и как пространство вот этого, ну, осознавания просто, да, вот мы осознаем и все. Но мы также и что-то делаем в жизни. Вот как еще, если все эти наши практики уходят туда, куда-то в глубину индийской культуры, то вот в Упанишадах там очень, ну, древняя такая метафора, которая появилась, про двух птиц, что вот там, что есть две птицы. Одна клюет, другая смотрит. Вот. И, собственно, вся эта идея про этих птиц, вот, это есть мы, эти две птицы. Вот одна смотрит, одна птица осознает. Вот я как осознающее нечто. А вот я осознающее. Вот. И вот это та самая вместимость всего опыта, сознания. Она просто смотрит, она все, ее единственное занятие – смотреть, видеть, вмещать. Вторая птица, она что-то все время клюет, она все время что-то делает. И это вот личность, это вот наши действия. И это сосуществует одновременно. В принципе, это одна птица, как с двумя такими функциями. И получается, что нам нужно в обоих этих как-то себя размещать, в обоих этих модусах, качествах. И получается, что если мы, ну, как-то вот у нас есть идентичность, которая открытая и просто вмещающая в себя все, то внутри происходят эти переживания, чувства, и там дальше уже как вот мы с ними взаимодействуем. И важно, ну, вот, потому что если мы будем все подавлять, вот, то делить все, вот есть позитивные чувства, все негативные, вот давайте оставим только позитивные и уберем все негативные, ну, мы не выживем просто. Вот как та птица, которая клюет, не выживем, потому что все, что мы считаем негативным, называем там негативным, это просто неприятные чувства, это неприятные, да? А зачем нам неприятно? Вот природа зачем это создала? А чтобы нас оповещать о чем-то. Вот как боль. Боль неприятна. Боль оповещает мне о неполадках каких-то. Я дотронулся до горячего и испытал боль, и отдернул палец. А если у меня этого нет, ну как вот, бывают же такие редкие там заболевания, когда человек теряет чувствительность к боли, то есть как бы боли не возникает в принципе. Ну и долго ли он выживет, такой человек? Ну он в постоянной опасности, потому что он там положил руку на горячую плиту, она у него сгорела, например, да, или у него что-нибудь внутри заболело, а он этого не знает вообще. Вот, и поэтому боль-то нужна. Но точно так же любые, вот то, что мы называем негативные, так называемые, чувства, это просто неприятные чувства. Они нам что-то тоже сообщают. Вот гнев, там, да, страх, ревность. Там, они о чем-то нам сообщают. Дальше вопрос не в том, что они возникли, а в том, как я с ними дальше. Я погружаюсь в это, я становлюсь этим. Вот, я превращаю гнев в ненависть.
Это уже такое, как бы, фактически мое действие. Я туда могу погрузиться. Или я этого не делаю, или я возвращаюсь к чему-то другому, но учитывая гнев, да, учитывая этот сигнал. Вот, и, то есть все, ну, любые вот эти чувства, любые переживания, они нам, в принципе, нужны как такие, как вестники, вестники изменений. И вестники вот для той птицы, которая клюет, что как клевать сейчас, что нужно делать, вот как действовать. И, ну, тут этика, конечно, важна. То есть вот здесь еще есть вот этот важная часть, в том числе нашей практики, на что я ориентируюсь в своих выборах, где моя вот эта какая-то этическая основа. Да, это такой определенный тоже важный, наверное, поиск и постоянный обращение к этому. Потому что если вот, если мы говорим, наверное, вот это вот общее пространство сознания, да, если мы, ну, оно включает в себя все фактически, да, и в этом, особенно в каких-то мистических переживаниях, можем чувствовать, что я есть все вообще. Да, как вот я. Ну, потому что ты даже в нашем вот упражнении, как мы делаем, вот это расширение слушания, да, если я увожу свое слушание в бесконечность, в каком-то смысле я становлюсь этой бесконечностью. Да, вот, и я думаю, многие из вас это чувствуют, это вот ощущение прям переживания какого-то безграничного расширения, да, что там теряются какие-либо границы вот в этом слушании. Это влияет на нашу идентичность, на переживание ее. Но там тогда, если я все, тогда тут какой выбор тут делать? Никакого там выбора нет, ни этического, никакого. Там оно все в себя включает. Там, там то, что мы называем позитивно, негативно, хорошее, плохое, вот оно все вместе живет. А выбор, получается, этический, он всегда, ну, когда есть я и не я, когда есть какие-то мои действия, что мне делать, когда на что ориентироваться. И тут уже возникают эти вопросы, на что ориентируюсь. Давайте мы этот вопрос оставим сейчас открытым, этически. Вот. Это может быть таким просто... Мы можем спрашивать себя об этом. Просто я еще сегодня сейчас уже мне надо заканчивать. Я думаю, и вам, многим тоже. Так что давайте сейчас мы закончим. Так, вот сейчас прочитаю, Николай написал. Спасибо всем за поддержку. Согласен. Злость, агрессия – это призыв к действию. Много энергии. Ненависть – то, что перешло вовнутрь, и уход энергии. Делать здесь, сейчас – то, что зависит от меня. Угу. Спасибо всем за сегодняшнюю встречу и за разговор. Такой, в общем-то, непростой. Вот. Будем это все как-то в себе размещать. Спасибо, что вы все здесь. Приходите сюда. И до завтра. Пока.